Так, мы приготовили шарики, он, игрушки. Сейчас будем смотреть, как Оскар. Давай на солнышко вот туда, наверх. Оскар, смотри, у Вики там игрушки. Иди ко мне. Я это, собачья, чтобы она открывала. Вики, пойдем убрать. Это надо убрать. Да не высоко штука. Им Марсик там. Ой, Мурчик. Да. Давай, бутай, бутай, Александр. Он не знал, за что хвататься. Он не знает. Ля-ля-ля-ля, как играется. Вот это игрушек Оскару. Ага, сами выстроились. Ля, выстроились как. О, это можно в рот взять. Ой, спасибо тете Оле с дядей Лешей. Это Ромка придет и будет с ним так играться, слышишь? Будет Ромчику чем заняться тоже. Аля, он не знает, за что хвататься, слышишь? Сюда он бегает туда-сюда, растерялся. Не знает, что ему делать. Марсик, давай лапой ее открывай. Ага. Капец, они выстроились. Короче, все играются, да? Боже мой! И что, куда? Куда ты? Прятать несешь? Ага, Милка он. Да шо ж ты. Мальчик получил. Да. Вот это он в шоке. Ух ты, прям так голос. То пищать, только пищит, а то... Прям голос так, ля, принёс. Молодец. Отдавай теперь. Нет, отдай. Молодец. Голос. Вот, умничка какой. Ты шо, чуть в бабушку. Да я случайно. О, как шарики красиво, слышь, смотрятся там. И Милка, они их рады. Ага, ага. Вот сейчас покажу вам Милку. Милка, ты тоже играться будешь, да? Ой, Милка. Красота, это, я же говорю, это еще Ромка не видел. Они, да, они чудные. А вот это ему нравится, думает, что такое там пищит. И Милка вышла на охоту. А вот так пищит. А вот это вот. О, это дельфинчики, дайте сюда. Мы и туда на тому по. Да их там никто не видит. Да ладно. Да там надо сначала сделать все красиво, чтобы. Ну сделаем, а пока сделаем. Да что ты? У него полно игрушек. Что ты? Ну зачем сюда? Да хай бабушка берет. Дельфинчики заберу, повесим его там на том. На балке, а Вика кричить не надо. Хай. Я говорю, у него там, ну, бери. Фу, тут уже слюни его. Дочь, у него еще мягких игрушек полно. Ну, хай, мне не пишет. Нагуляется. И Милка ходит туда-сюда в шоке. Ля-ля-ля.
Мешал, да? Конечно. Новая еще. А цветок? Ты чё? Милка, тут бабушка рядом. Как взял и так и отправил на то же дерево. Ласка, не трись там. Так, ну все. Показали, как Оскар. Все, у нас теперь красиво здесь будет во дворе. Конечно. Обалденно. Ой, Мурчик там вытянулся. Милка. С этой девочке отдать.